Растягиваться! Продвигаем, продвигаем! Лица! Эльза! Тёма! Вставай! Жена увидит! Вставай! Да пошел он к черту, этот старшина! В гробу я его видел! Ты чего вопрос только в гробу увидит? Ну-ка пошел, обсос мамки! Шевелитесь! Все, достань, не могу, держись, держись. Я ему темно устрою, ты со мной? Ты с тобой. Рода! Стой! Шустрее, шустрее! Внимание! Химическая атака! Противогазы одеть! Шустрей! За мной! Бегом, марш! Это битвы бескрайнее поле. Это боя бессмертные дни. И железная русская воля, что сильнее немецкой брони. Это тигра зловещие тени, наши танки в смертельном огне. Ну что, сынки? Команда отбой не слышали? Физподготовкой решили заняться. Сейчас займемся. Еще раз повторяю, команда отбой, время пошло. Завтра все отделение на хозработы в город. Олькин, пойди сюда. Давай, давай. Краю подставь. Давай. Ничего, подвинь, давай, ничего, подвинь. Принимай. Все, не бойся, пускайся. Давай. Ну, вперед так не толкай тут. А то мне не толкай вперед, ну разверни. Давай. Вот так. Чего? Ай! Чего? Давай, умери, умери, убей. А, что, больно? Да больно, кровь! О, кровь! Кровь! Помогите! Вам нужно на ржавый гвоздь запороться! Солдату контузим! А кто здесь раненый? А, вот там боец очень раненый, у него контузия страшная. Помогите ему, пожалуйста. А, вы раненый? Я раненый. А, что у вас? Да вот. Так. Ага, сейчас. А вы кто? Я из медучилища. Ой, извините. Так. Точно из медучилища? Угу. Больно? Очень. Держите. А вы откуда? Из одного города. Из какого? Из очень хорошего города. Я, знаете, так и думал. Я тоже из очень хорошего города. Может, мы с вами из одного города?
Я из Магнитогорска. А я из Сталинграда. Слышали про такой? Конечно, слышала. И как вас зовут? А вам зачем? Я же должен знать, кто перевязывает мне руку. Мария. Здрасте, Артем. Мария. Очень приятно. Я тут заберу своего товарища раненого, да? Там надо. Я сейчас. Мария, а давайте с вами встретимся. На главной площади у часов сегодня в 9. Хорошо. Придете? Приду. Правда? Я буду ждать. Ты че? Понравился? Не знаю. Он меня на свидание пригласил. Ну так иди. Пойдешь со мной? Машка, ты чего? Дай с такой ногой. Одна, короче, другой. Да сколько тебе можно повторять? Главное в человеке — это внутренняя красота, а не внешняя. Ну да, душа у меня симпатичная. Очень. Фамилия? Русаков. К доске. Отвечайте по теме. А что отвечать? Что мы делаем после того, как из системы слита вода? Снимаем броневые колпаки вместе с решеткой радиатора. Затем? Затем снимаем крышку, установленную над двигателем. Дальше? Потом отсоединяем трубки от радиаторов, ведущие к двигателю, выворачиваем рамы, пронизываем через них трос, трос натягиваем при помощи талии, так, чтобы радиатор оставался на весу. Отсоединяем стяжки, выворачиваем упорный болт и осторожно достаем радиатор. Молодец. Пора твое фото на доску почёта вешать. Да ему бы увольнительную, денёк. Увольнительную? Да. Наглец. Садитесь. Смоловку собрался? Ну, увольнительную не подписывают. Русаков, я тебя не узнаю. Отличник боевой и политической подготовки, а тут самоволка. Издеваешься? Ну что, прям любовь с первого взгляда? Я думаю, такого не бывает. Тем, я серьезно. Ну ты же не так собрался идти. Да, у меня только летняя гражданка, но у тебя есть пальто. Мое пальто? Твое пальто. Ну вот, я говорю, что первый раз, когда это увидел, думаю, вообще просто с ума сойду. А ничего, потом все, моментально. Все.
красавица. Танюш, заберешь мои валенки? А что ты шепотом говоришь? Заберу. И шинель. И шинель заберу, не переживай. Ой, что бы я без тебя делала? Да тоже бы и делала. По свиданиям бы бегала. Ну как? Ой, Машка, будь я мужиком, я буду. Ну все, побежала. Ты уж там не забудь, спроси у своего, может, в следующий раз другом придет. Спрошу, спрошу. Все, давай. Вась, перепрыгиваешь через забор, сидишь тихо. Если тебя наши поймают, беги в любом направлении. Только не в казарму. Слышишь, в казарме тебя сразу поймают. Так, что я тебе еще не сказал? Так, в городе ходит патруль. Патруля бойся, патруль — это смерть. Если тебя поймают, тебе трибунал корячится. Вася, может, ты передумаешь? Все, сегодня больше не будет. Это последний. Молодой человек. Я? Вы. Документы ваши. А, товарищ старший лейтенант, я их дома забыл. Что значит дома забыл? Да, вы понимаете, у меня тут свидание первое. Я девушку жду. Что ты мне зубы заговариваешь? А ну, пройдем в отделение. Да как же в отделение? Ну, товарищ старший лейтенант, ну, собирался, волновался, забыл. Ну, вы сейчас девушку увидите, вы сами все поймете. В отделении будешь волноваться до выяснения. Кононов, принимай. Стоять! Взять его!
Ты надоел или сбежал? На комендатуру нарвался. Оторвался? Оторвался. По лицу засветил. Я тебе говорил. Че теперь делать-то? Надеяться, что тебя не найдут. Да кому я нужен? С Машей что делать? Ну ты ее хоть видел? В том-то и дело, что нет. Отделение, подъем! Построение на плацу. Время пошло. Сегодня что-то планировал с тревоги. Надеюсь, не потому, что я ищу. Все в порядке? Вы плачете? У меня все в порядке, спасибо. Я просто очень замерзла. Да вы не просто замерзли, вы окоченели. Свидание? Чего вы взяли? Красивая девушка одна ночью на площади. Мне трудно догадаться. Давно стоите? Час. Ого. Знаете что, вы только не спорьте. Пойдемте в дом офицеров, там согрейтесь. Даже если ваш молодой человек появится, в чем я сомневаюсь, вы его из окна увидите. Он придет. Мужчины на час не опаздывают. Ну, даже если случится чудо и он придет, я думаю, он будет рад, если вы согреетесь. Соглашайтесь. Я пойду только потому, что я очень замерзла. Пройдемте. Ну, вы проходите, грейтесь. Я здесь сторожем служу. Дежурный скоро подойдет. Грейтесь, но недолго. Спасибо, недолго. Спасибо. Проходи. Присаживайся. Так. Снимайте обувь. Вы что делаете? Снимайте. Я, к сожалению, знаю, что такое отмороженные ноги. Больно? Да. Терпите, терпите. Ай. Так, легче? Вроде да. Свалилась я на вашу голову. Если хотите, можете помочь. Рвите газету. Так это же чужая. Рвите на мелкие кусочки. Как вас угораздило? В такой обуви, в такой мороз. Сильно расстроились, что он не пришел? Давайте не будем об этом. Извините. А это зачем? Для тепла. Если под рукой ничего нет, газета – лучший способ. Странно. У нас на Урале знают, как утепляться. О таком способе я еще не слышала. Вы с Урала? Да, из Магнитогорска. А что смешного? Ну, из Магнитогорска. Есть у вас что-то магнетическое? Отделение! Стой! Раз, два. Положение лежа, принять! Целься! По мишеням! Огонь!
Повышением! Огонь! По врагам! Огонь! По мишеням! Огонь! Извините. Давайте. Ну что? Не жмет? Да вроде бы нет. И как вас сюда-то угораздило? Заканчиваю курсы медицинских сестер. Скоро на фронт. Ой. Что случилось? Я забыла представиться. Товарищ капитан, военфельдшер Мальцева. Капитан Ижиков. Дмитрий. Мария. А где живете? В Глебочевом овраге. У подруги, у однокурсницы. У Тани. Ого. Ну что ж, придется переночевать у меня. Как у вас? Так это, трамваи-то уже не ходят. До Глебочева час туда, час обратно. Это если пешком, в хорошую погоду, да быстрым шагом. Да не волнуйтесь, вот так. Дома мама и вам ничего не угрожает. Нет, товарищ капитан, об этом не может быть и речи. Плохо, товарищи курсанты! Очень плохо! Сегодняшние стрельбы – яркое тому доказательство. Только одна рота уложилась в норматив. И это не курсанты перводневки. Это вы, те, кто скоро станут офицерами. Стыдно, товарищи курсанты. Как его, курсант? Русаков. Курсант Русаков. Я. Курсант Емельянов. Я. Ходченко. Я. И Саруханов, выйти из строя. Вот только эти курсанты с отличием сдали нормативы и показали хорошие результаты в изучении материальной части, тактики, политической и боевой подготовки. Предлагаю вам равняться на них, на этих курсантов. Встать в строй. Проходите. На сегодня это ваша комната. Я вам постелю. А, не нужно. Вы мой гость. Пожалуйста, не нужно. Я сама, так будет лучше. Пожалуй, соглашусь. Ну, проходите, располагайтесь. А вы куда? Обо мне не беспокойтесь, я дома. А, спасибо вам. Вы весь вечер со мной, и так обо мне никто не заботился, только мой папа. Мне было приятно. Спокойной ночи, Маша. Спокойной ночи. Жрать охота! Да по нам немцы даже не попадут, вот такое есть. Извините, вы скотину лучше кормите. Но не доживем мы до фронта с такой едой. Да даже не доберемся мы до него. Все, тихо. Значит так, сынки, потерпеть нужно. Ешьте, что дают. Тихо. Чесаем. Сысоев. Дежурный, ну-ка, воды быстро. Сысоев. Ну-ка, очнулся быстро. Да что вы с ним нянчитесь? Он свою еду коту отдает! Какому коту? Какому коту, Сысоев? Вы что? Вы что, в детском саду, что ли?
Голодный обморок. Разрешите сделать укол глюкозы. Дежурный! Я. Что происходит, доложите. Жрать хотим. Еды требуем. Даже так? В то время, когда советский народ из последних сил пытается отогнать врага за пределы нашей Родины, в то время, когда ваши товарищи гибнут на фронте, находятся некоторые личности, которые хотят нагреться! Вот вы, товарищ политрук, говорите «Родина», о том, что она из последних сил. А ведь сейчас ей нужнее всего танки и командиры. И какие нужны командиры такие? Голодные. Еды нет и не будет. Козел ты, Козлаускис. Дима, проснул. Доброе утро, товарищ капитан. Мы вчера пришли, вы просто спали и... Мне пора, извините. Ой. У тебя что, гости, Зинаида? На улице мороз такой собачий. Пока на рынок и обратно замерз, как я не знаю кто. Дима, где? Так я же говорю, я ему койку свою ступил, а сам на этом самом... На матрасе. Доброе утро. Сейчас вам. Маша. А где она? Ушла. Давно? Только что. Ну так я на рынок, ты чего ж там? Да помолчи ты! Ну, хорошо. Еще тебя не хватало здесь. Ну хоть, Зина, ну хоть это самое. В борьбе с противником, имеющим... качественный и количественный перевес. Возможно применение танков в виде неподвижных отдельных огневых групп. Все понятно? Да, конечно. Курсант Русаков! Русаков! Я. Вам все понятно? Так точно, товарищ майор. Как? Кумразе, расскажите нам, в каких случаях допускается применение танков для прямого контакта с противником внутри оборонительной полосы? Когда поступает приказ? В облаках витаете? Никак нет. Курсант Русаков, да витаете, я же только что об этом говорил. Полькин! Я. Головка от мотора. Продолжайте. Самостоятельные контратаки танков внутри оборонительной полосы применяются против прорвавшихся танков и бронеавтомобилей противника, а также против прорвавшейся усиленной танками пехоты. А в каких случаях нельзя применять танки против прорвавшихся танков и пехоты противника? Клаус Козлаускас. Козлаускис, Клаус. Танки нельзя применять при... Не очень болит голова. Можно я завтра отвечу? Да можешь, конечно. Только завтра на войне может не наступить. Продолжаем. Прямое попадание бронебойным. Экстренно покидаем танк. 8 секунд. Время пошло.
что, пингвин прыщавый, весь экипаж сгорел заживо. Даже хранить некого. Повторяем упражнение по местам. Прямое попадание бронебойным. Быстрей! Псосы мамкины. Экстренно покидаем танк. 8 секунд. Время пошло! Сынки, уже лучше. 13 секунд. Погибли, по крайней мере, двое. Радист и командир. Русаков, ну что с тобой? Виноват, товарищ старшина. Я вижу, что виноват. Товарищ старшина, мне в город надо, мне бы вольнительно. На улице мороз. Ты что у нас, перегрелся, что ли? Не перегрелся. Ему от любви голову снесло. Ты рот закрой. А что, неправда? Так, ну-ка, разговорчики. Прекратили быстро! Два наряда вне очереди на выгребных ямах! Че, всем? Всем! А мне за что? За разговоры в строю! Неуд! По занятию всему отделению! Вольно! Отделение, остановись! Равняйся! Смирно! Ой, Машка! Вот повезло, так повезло. Да чего повезло-то? С курсантом так и не встретилась. Ну ты даешь. Тебе офицер подвернулся, летчик. А ты все про какого-то курсанта-танкиста. Вот курсант училище закончит и тоже офицером будет. Танкистом. А этот летчик. Да он о тебе даже забыл, курсантик твой. Даже на свидание не пришел. Ну почему сразу забыл? Может, обстоятельства какие-то. Не отпустили или еще чего. Да. Ты со мной еще споришь? Нет, Машка, такой шанс упускать нельзя. Все. Да и чего говорить, все равно больше не встретимся. Ну почему не встретитесь? У тебя его адрес есть. Себе представляешь, как я туда приду? Ну это же глупо. Ну что, он тебе вообще не понравился? Понравился он мне, очень. Ну и курсанту тоже понравился. Мальцева. Мальцева Мария Григорьевна, 1922 года рождения. За время прохождения курсов показала себя как добросовестная и ответственная слушательница. Мария, по результатам выпускных экзаменов вам присваивается звание военного фельдшера. И вы распределяетесь на Воронежский фронт в 130-ю стрелковую дивизию. Вот ваше предписание. Эшелон формируется, отправка в ближайшее время. Хорошей службы, Маша. Служу трудовому народу. Да. Спасибо, товарищи. Удружили. Я думал, мы как экипаж, как одно единое целое. А мы не. Мы говно месим. Не буду я больше месить это говно. И помогать вам тоже не буду. Хорош, хорош. То расплескаться. Помогай. Вась, ты меня извини, чтобы из-за меня вот дерьмо вляпать. Чёрт. Тём, ну помоги! Давай. А, не можешь ты без меня, да? Давай. Хвати там. Давай. Давай. Давай, давай. Подожди. Подожди, подожди. Ай, больно, 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 больно. Подними говно это, да. А, все, не буду.
Дед, дай закурить. В училище равнись смирно! Равнение на середину! Товарищ полковник, по вашему приказу училище построено. Дежурный по училищу капитан Репецкий. Здравствуйте, товарищи курсанты! Здравия желаю, товарищ полковник! Вольно! Вольно! Товарищи курсанты, по случаю выходного дня всем вам дается увольнительное до 17:00. Курсанты, находящиеся в нарядах, остаются в училище. Так что, ребята, отдыхайте, но меру знайте. Поляков, может, все-таки останешься? Я не Поляков, я Пулькин. Какая разница? Хватит завывать, Гашидзе. Козлавскис, я не завываю, я пою о любви, о девушке за рекой. Ничего ты не понимаешь. Тем, а? Я бы сам сходил, у меня наряд. Вась, ну как ты себе представляешь? Ты сам говорил, можно пойти в комендатуру, адреса спросить. Вась, ты предлагаешь ходить по городу и искать неизвестно кого? Ну, у них же тоже воскресный увольнительный. Ты увидишь у медсестру, спросишь. Вась, хочешь за меня в увольнительную сходить? А как? Ну, я за тебя наряд отработаю. Старшина все равно золотой орден никогда не появляется. А ты увольнительную. А тебе какой резон? Ну, ты мне ужин свой отдаешь. И из увольнительной какую-нибудь еду. Петя, пошел? Да, иди. Вы чего сегодня все за море охотитесь? А кто все? Ну, товарищ капитан только что о ней спрашивал. Да может, не о ней. Может. У нас в последнем выпуске их трое было. Та, которая моя, она небольшого роста, красивая такая, глаза карие, улыбка у нее еще. Молодой человек, у нас все красивые и с такими улыбками. Я вам ничем помочь не могу. Ну, может, чем? Девушки из училища выбыли. Одно могу сказать. На фронт самый ранний поезд завтра пойдет. А все Марии сейчас в городе. В городе. Спасибо. Вась, что ты заладил с этой Машей? Здравия желаю. Смотри, сколько девчонок. Давай познакомимся. Давай. Девушки, здравия желаю. Здравствуйте. Здрасте. А вы не подскажете, какая сегодня картина идет в кинотеатре? Там Машенька. Машенька? Хороший фильм. А вы случайно не туда? Да, да нет, извинить не можем. У нас поручение важное от начальства, да? Могли бы вместе сходить. Ну, от начальства. До свидания. До свидания. Ну, пошли на рынок тогда, хоть на еду посмотрим. Чего на нее смотреть? Там уж Машенька твоя. Поищем. Пойдем. Пойдем. Ребят, пирожки хорошие. Горячие? Ребят, берите пирожки вкусные, хорошие, с картошечки. Горячие? Еще бери. Горячие, аккуратно. Свеженькие там. Сынок, бери пирожки-то. Вкусные бери, вот. А с мясом есть? Нет, только с картошкой, но очень вкусные, да. Бери, сынок. О, вкусные пирожки-то, да? А теперь сожим. Чего? Милиция! Стой! Стой, я сказал! Твою мать! Ты с ума сошел? Ты... Ну-ка, стой, пирожки я отдал! Я случайно тебе взял. Ты своровал! Какой своровал? Сосок мамкин! Пингвин прыщавый! Ну, бегом отсюда! Бегом это... пошел, я сказал! Вот!
Добрый день. Здравствуйте. Ой, простите, вы очень похожи на одного моего знакомого танкиста и... Вы можете познакомиться со мной, я тоже танкист. Извините. Судьба. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А я был уверен, что вас сегодня найду. Вы меня караулите? И да, и нет. Я тут живу неподалеку. Часто хожу. А почему вы были уверены, что найдете меня именно сегодня? Я этого очень хотел. И по этому поводу даже билеты купил. Какие билеты? В оперу. Опера. Только и... Только что. У вас свидание с этим опоздавшим? Или он так и не появился? Нет. Ну так в чем же дело? Идем? В оперу. Как ваши ноги, кстати? О, спасибо большое. Очень хорошо, очень тепло. Значит, помогло? Да. Ой, а где твои пирожки? Где-где? Хозяйки вернуть. На, мне еще осталось. А, белки ему надо. Белки! А, пирожки. О, пирожки. Спасибо. У вас очень вкусно, спасибо большое. Да это ты мне скажи спасибо, а то мы с ним за девчонками пошли, не познакомились. А я говорю, что ты о еде подумал? Так бы еще голодный ходил бы. А я с такой девчонкой познакомился. Она меня накормила, напоила, спать уложила. А борщ какой-нибудь. Прихловлен, не было у тебя увольнительной? Да ничего я не брешу. Приснилось мне. Мужики, гляньте, какую штуку раздобыл. Ну и где ты ее спер? Что сразу спер? У инвалида на рынке обменял на рукавицы. Да что ты брешь, принес учебное, еще ты что-то говорит. Это самая настоящая немецкая боевая. Знаешь, подделка. Гашин, да. Какая-то подделка, она настоящая. Ну, подделка, я говорю, не взрывается. Я вам сейчас покажу, какая она. Лежать! Меня-то хотите? Ваську на губу увели. А я что, Русаков гранату кинул? Да Русаков жизнью своей рисковал, когда ее кинул ты. Гранату принес ты, чеку выдернул ты, первую гранату бросил ты, все это подтвердят. Я тут ни при чем. Ах ты ни при чем. Да? Разозлили! Гранату кинул! Равномерно была! Что происходит? Товарищ старшина, я объясню. Это я, товарищ старшина. Что ты? Русаков не виноват. Это все из-за меня. Я пошутить хотел. Команду смирно никто не отменял. Встать. Хватит нюни распускать. Рассказывай подробно. Не понравилось? Да нет, что вы, наоборот, очень понравилось. Я с детства люблю оперу. Столько пластинок слушала, на концерте никогда не была. Мечта. Ну вот видите, мечта сбылась. Благодаря вам. Спасибо. Да не за что. Все равно как-то грустно. Да просто не понимаю.
Это настолько красиво. Театр, музыка, как они поют. Как это возможно, что одни люди создают такую красоту, а другие, такие же, как и мы, они дышат тем же самым воздухом, ходят по той же самой земле, наверное, слушают ту же самую музыку. Они создают совершенно другое. Они создают войны, разрушения, смерть. Расскажите лучше о себе. Я вас дома видела самолетик маленький. Вы с детства хотели стать летчиком? Да, с самого раннего. С тех пор, как впервые увидел аэроплан. Потом в школе ходил на авиамодельный кружок. В спортклубе летал на аэропланах. Потом в летный поступил. Думал на пассажирских линиях летать, но хотели уже открывать, но тут война. Война. Но она скоро закончится. Вы так думаете? Я уверена. Сиди, сиди. Где ты взял гранату? Нашел. Где? За выгребными ямами. Не верю. Ну, не хочешь рассказывать мне? Трибунал разберется. Хотя, тут и разбираться-то не в чем. Так все ясно. Немецкая граната, которую пытались подорвать курсантов, будущих командиров танкистов. Диверсия. Не исключено, что ты немецкий шпион. Борис Петрович, у меня отец на фронте погиб. Первый день войны ушел. Вы меня в чем угодно можете обвинять, но только не в том, что я с немцами. А факты говорят о другом. Пока посидишь здесь. Завтра будешь объясняться с трибуналом. Простите, товарищ политрук. Талошный, проводите, пожалуйста, курсанта на гаупохту. А Русаков? А Русаков уже там. И завтра отправится в комендатуру. Подожди меня за дверью. Что за подожди? А приказ? Я выполню приказ. Только Русакова нужно отпустить. В этом разберется трибунал. Он бросал гранату, граната взорвалась. Хорошо, что никаких последствий. Могли бы быть, если бы Русаков не спас курсантов. Командиров танков, которые сейчас так необходимы для нашей армии. Демагогия, товарищ старшина. Или себя хотите выставить? ЧП случилось в моей роте. И я за это буду отвечать. Если хотите кого-то наказать, наказывайте меня. Только пацанов оставьте в покое. Это я принес гранату на учебное занятие. Это я не досмотрел. И я буду за это отвечать. А мои курсанты подтвердят мою версию. Зачем вы их защищаете? Они страну защищать будут. Это самое главное. Если мы их сейчас всех пересажаем, то защищать будет некому. Перед войной тоже всех посадили.
И что в итоге получили? Старшина, вы знаете, что за такие слова? Знаю. Пацанов отпустите. Послушайте, я понимаю, вам может показаться это несерьезно, но я серьезно, и вы отнеситесь к этому тоже серьезно. Будьте моей женой.